Запредельная роскошь. Уютная комната с кроватью и шкафом, мягкое кресло и цветы. Это не номер в отеле, а сьют в самолете. Сингапурская авиакомпания представила свои новые самолеты. Внутри, кроме мест эконом и бизнес-класса, 6 люкс-кают. Сьюты можно объединить, если в путешествие отправились супруги. Тогда получатся просторные апартаменты с двуспальной кроватью. За удовольствие придется дорого заплатить. Например, рейс Лондон-Сидней обойдется в 700 тысяч рублей. На новые авиалайнеры компания потратила 850 миллионов долларов. Над проектом работали 4 года.